Чувашии аграрии уже собрали почти половину от необходимого количества кормов. Сегодня об этом на еженедельном совещании в Доме правительства доложил министр сельского хозяйства Сергей Артамонов. По словам руководителя регионального Минсельхоза, в этом году к заготовке кормов приступили раньше обычного, уже в конце мая. На данный момент заготовлено почти 94 тысячи тонн сена, силоса и сенажа, что на треть больше, чем за этот период прошлого года. Несмотря на дефицит осадков и засуху, аграрии успешно справляются с задачей. В 11 муниципальных округах набран высокий темп работ. Лидируют Ядринский, Батревский и Алаторский. Пока отстают Комсомольский, Вурнарский и Красночитайский округа. Также Сергей Артамонов сообщил, что уборочная страда начнется уже на этой неделе. К уборке зерновых планируем приступить на этой неделе, то есть с 15 по 20 июля планируем. На 23 год хозяйства всех категорий всего планируется заготовить не менее 31,1 кормовых единиц всех видов кормов на одну условную голову скота. Чтобы обеспечить сельхозживотных кормами, необходимо заготовить сено 570 тысяч тонн, сенажа 257 тысяч тонн, силоса 341 тысяч тонн. Особенность кормозаготовительной кампании 2023 года в республике является неблагоприятные погодные условия, связанные с дефицитом осадков и засухой.